Oh, this is fucking loud. Holy shit. Settings. Full screen, yes. Language, English. Каблучок стучит, и Санечка, бежит. Под каблучком он плотненько, он нас сидит. Dear excuse me, if you didn't want to talk to me outside TwitchCon, you didn't have to. But you could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man, he's only 12 years old. We waited in the blistering cold for you for 4 hours, and you said no megalol. I said no megalol, dude. Fuck it. I wanna waste time with your fucking dumb brother, dude. QC. So, dude, thanks for the 3 AA clap. This thing looks pretty good, actually. Holy shit. Кетед. 2015 год. Я частный детектив. Зовут меня Сашка Шляпик. Я расследую загадочное исчезновение деревенского стримера Валакса в 2015 году. Я хочу раскрыть это дело и узнать, что же все-таки произошло в 2015 году. И кто в 2019 идет в потоке. И кто же скрывает свою личность. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Глад Валакас, и сегодня я зашел на один из серверов, который недавно открылся. Овнэйдж сервер называется Овнэйдж Хроники Хай-Фай. Мне поступила информация о большом скоплении пидорасов и донаторов. И моя главная задача, зайдя на этот сервер, истребить всю нечисть, которая мешает нормальным ребятам спокойно играть на этом сервере. Это истребление крыс, сундучников, гребаных ТХ, ебаных петухов, камаэлей, конченых, вот таких вот мразей. Тупо петухи конченые. Все, кто играет за камаэли, это ж пидорасы. Ни одного нормального, адекватного человека нет. Пора выйти петуха. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Привет, долбоеб, это Дениска. Я убью тебя и займу твое место и буду собирать все твои донаты. Я уже давно приготовил маску для этого под названием НТ. 9000 осталось тебя убрать с твоего насиженного места. И Ролинку я заберу себе. Я буду ебать ее до утра каждый день, а тебя убьют через 10 минут. Телефон поменял! Я такая, сидишь там, Я сейчас не понял, блять, это типа намек на что-то? Не понял. I'll lower the volume, that's what I had. PS2 graphics low. What the fuck? Привет тебе, Дениски. Ты мудак ебаный, блядь! What am I supposed to do? Примерно в 14:30 времени произошло нападение на стримера Валакаса.
По показаниям жильцов была похищена внучка Валеры. Свидетели видели, как ее тащил по улице чел по кличке Бор. Примерно через 30 минут Валакас пришел в себя. В недоумении, что же произошло, Валакас начал искать внучку и направился на улицу для ее поисков. Я доберусь до истины и узнаю, что же произошло на самом деле. ТЧК. Пидорас, блёшка, я тебя знаю! Я твой рот ебал, сука! For some reason, this is very fucking loud, chat. I have to be honest with you guys. I'll drop it by half. Sakunari Balo Privet War of the Devil. По показаниям жильцов. Кроме того, один из residents. Residents say how the streamer went out of the street and saw. Увидел, как его машину разбирали копники. Валакас перестал долго думать и начал стрелять. Я тебя могу, сука, вот такого нахуй уебать. Ты, сука, у меня хуй станет. Я понял, сука, ляру. Слышь, ну хуй ты быкуешь-то, ёпта, хуй нахуй тебе эта машина нужна, блядь, ты все равно дома сидишь неделями, ёпта, дай пацанам запчасти, ёпта, хуй ты, ёпта, ты, ёпта, не ведись, ты, дай запчасти, ёпта, ты получишь натуре, ёпта. Мне похуй, я спортсмена, ебашу сильно, ты понял, лох, ебали, лучше, сука, нахуй рот не открывай, блядь, понапросту, блядь, и уебу нахуй охуеешь, дрянь. He's bald. Uh-oh. Слышь, ты накипишь, ау! Баба Васька, ты шо, возбудилась там или шо, дура-дура? Всё, давай, ты тухай! What the fuck?! Стоять, ты чё? Okay, I'm already dead, dude. Can you leave me alone? XQCL. What happens then? Oh, you gotta be fucking kidding me, right? Chat excuse. Каблучокс. Хуярдук. You got it. Forcing boys, poggers. We like forcing poggers. We like forcing poggers. We like forcing poggers. We like forcing poggers. I don't know. Forcing poggers. We like forcing poggers. We like forcing poggers. We like forcing poggers. Enter the skipper. Out of Russia have come some of the world's greatest works of art: Crime and Punishment, War and Peace, The Firebird. I think I bugged it out, chap. Did I bug it? Holy shit, dude! Okay, reset it. This will be back at it. Well, let's feel free to pro ban fucking people that are just complaining about it, like somehow it's just fire wielded. Pog. Chat, is it end of the skip or not? И Санечка бежит. Под каблучком он плотненько у нас сидит. Gotcha. Okay. Well, I can go behind her. Hey XQC, I was the one who told Forsen to play this game. But props to Vardy Kuz for finding it first.
Enjoy the game, smile. Хуярдук? Хуярдук? You look like that guy from TikTok 2222L_L_. Okay, we need to save first, right? How do you save it? Во, блядь, вон он, сука, только что пролетел, блядь. Во, вот он, сука, вот это вот, во, Вася, вот он, сука. Вот это, сука, чудовище вот сидит на трубе, блядь. Вот он, сука, во. Вот он, сука, да вот он, блядь. Ребята, я тебя... Ah. Okay, now we need to look at the controls, chat. Target enemy with Q, use E, run shift, put block right mouse, hit one, first skill, second skill, third skill, combat stance. Fuck you. Wait, did I bug it? What happened? Okay, then. Fuck me, dude! Holy shit, this is hard. Bitch ass, dude! Stupid motherfuckers, man. Watch this. No. I dodged though! What? You have to go slower, I think. Check, even when I block it, there's nothing. Показаниям жильцов. Слышь, ты накипь ебаная. Слышу упырь ебаная. Чепухай интернет. Слышь, ты накипь ебаная. Слышу, ты чё глист старый. Чепухай интернет. Слышу, слышь, ты накипь ебаная. Ролда. Here comes. Last guy! Holy shit, we did it, baby! О, Валера, ну ты красавчик, разъебал, ты этот тебя мусор, ёпта, красава. Валера, ну ты драчун, реально.
послушай, я смотрю, они тебе два колеса сняли. Еще радиатор сняли, так ты не поедешь никуда. Ну ладно, дам я тебе одно колесо, у меня есть лишнее, но, знаешь sure что, выполни кое-какое мое задание. Васек? I agree. Let's get it. Can't kill the pigs. Fuyanduk. We have to go to the local boozer. Save. Fuyanduk. 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 Chat, what is saying? Fuyanduk. What is that? XQCL. Cool streamer. Chat, where's the local thing? Die, motherfucker! Долго давать, когда будем, а? В натуре, пацанчик, ты попал в натуре, ты понимаешь, что ты сейчас с огнем шутишь, девочка? Шутила. Какой док? Какой док, ёпта, не понял, блядь. Какой, за что, док, ты мне скажи, а? За что, долг отдавать, когда будем, а? В натуре, пацанчик, ты попал в натуре, ты понимаешь, что ты сейчас с огнем шутишь, девочка, в натуре, ебать. Чучело, а? Когда, какой долг, I don't remember, блядь. Jesus. Когда, ты что, не знаешь, кем занимал, ты что, по дурачка пройдешь, решил, на туре. По дурачка котишь, фраер. А, ты знаешь, что такой? Ты. А, ты, блядь, про тот долг, блядь, про тот 500 рублей, блядь, которому я Петровичу дал, блядь, мне дал, да, блядь, да? Так пошел он нахуй, этот Петрович, блядь. И мы с ним бухали, он сказал, что, блядь, Крым не наш, блядь. Пошел он нахуй, нихуя ему не отдам. И ты пошел нахуй, я тебе еще еблет разъебашу, блядь. Can I have to kill him, man? Fuck this guy, dude. Отрусь, юта. Can't let him hit me. Не стукай, бля, ладно, отдам тебе 500 рублей, бля. На, вот они твои 500 рублей, передай это Петровичу, ладно. Ну ладно, все, извини, все, я побежал. Don't hug me, did. Chat, what do my abilities do? Oh, that's my 3. This is my 4. Oh my god, oh god. Oh
fuck? Okay, what is that, your boyfriend? Chat, she's really here. She's hardcore. Who you look? Chat, did she ever die? Come on, man. Oh god, I'm stuck in this, dude. I'm losing Q because the targeting. Come back! What the fuck, dude? What? Oh no, we have to restart. Oh no, 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 no! Fuck! No, we have to restart. Okay, I'm done. I'm done. I'm never attacking any NPCs ever again. I'm never attacking any NPCs ever again. This is just fucking stupid, dude. The whole point of the game is that they don't let you kill NPCs. I punch her because I want to see if we get extras on the floor, dude. Jesus, man. Pepega clap. It doesn't let me use, I don't know why. Yo, it doesn't let me use, man. Recently separated from the military and have been having a hard time adapting to the civilian world again. On days that I really struggled with my mental health, your streams really helped. So even in non-combat sense, I can't do it. Hits a woman, gets... It doesn't let me. Oh, we didn't start the fucking quest. Pepe laugh tea time, Pepe laugh tea time, Pepe laugh tea time, Pepe laugh. We got fucking unlucky, dude. That's what happened. No, we took it. No, we did take the quest. Chat, how did we fix that glitch last time? Wait, he rottened. Nagasaki дурачок, Nagasaki плакса, Nagasaki долбоёб. Да я нахуй фурунку прыщи ебаны. Сморчок, сука, вобла, блядь. Да я нахуй отсюда. Ты ещё об этом пожалеешь, старый еблан. Фу на тебя, ты. Ладно, Вова, пойдём. Не понял, это кому? Это, ну, ты про кого сейчас? Мне просто интересно, ситуация смешная, на самом деле. Когда мне было 27 лет, я впервые женился на женщине, которую я очень сильно любил. Я со школьных лет ее любил, и я носил ее портфель из школы домой, из дома в школу. Я полюбил ее с тех пор, как только ее увидел. Ее глаза я не забуду никогда. Ее запах, ее нежные маленькие ручонки, ее пышные русые волосочки. Ее тепло, нежность, ее запах, запах ее тела я не забуду никогда. Прошло уже много лет, как ее не стало. Ее не стало со мной. Она покинула меня. Она ушла в мир иной. Ее больше со мной нет. Мне никто, как она, не сделает минет. Ее со мной нет и не будет никогда. Really? Но я ее не забуду, я
чаще всего вспоминаю ее, когда ложусь спать. Ее запах, ее нежные маленькие ручонки, которыми она так робко трогала мою вялую головку, доводила меня до эректуала, как поднимался мой писюр, когда она мой член лизала. Ай, малыш, мне так тебя не хватает. Не так тебе не хватает, я не сплю ночами, ты мне снишься. Во сне ты пытаешься меня обнять, но я не могу тебе ответить взаимностью, потому что я только пытаюсь дотронуться к тебе, и тебя тут же нет. Ты куда-то уходишь, а я просыпаюсь, и дальше не могу уснуть. Лежу и плачу, лишь о тебе я скучаю, такой, как ты, больше. Нет, такой, как ты, больше нет и никогда не будет. Я помню тебя. Помню. Никогда не забуду. Твое тепло, твою нежность помнить буду. Только ты сосала у меня в ванне, когда я купался. Ты завязывала мне глаза своей майкой, для того, чтобы я не видел, как ты сосешь. Я помню тебя. Тебя со мной нет уже много лет. Я не знаю, кто-то ли сможет сделать мне такое или нет. Наверное, нет. Я люблю тебя, я скучаю. Я скучаю. На одеяло свое белое кончаю. Я всю жизнь тебя буду помнить. Помнить тебя, твои глаза. Дядя Валера. Да. Ты дурак? Кого? Не понял. Так, я не понимаю, ты чуть моему ребенку лезешь. Быстро отошел к нему, подойди, вонючий. Wait. Oh my god, who is you? Чупа ВК HP! No! So yeah, we'll skip that log, doesn't matter. Chat, doesn't matter. Everything's chillin'. No, then we can skip that log then. Holy shit, we've tapped him in, dude. It doesn't let me see. Oh! We are Duke. We do have the quest though. Nya 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 nya. Of subbing to your Pepe Glass. Dab 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 dab. James Charles is cute. Guys, am I regening or not? We'll be right back.
Come on, man. Don't fuck around. It's Ornstein and Smokey, right? Надо, бля. Э, слышь, хуила, ты чё наших пацанов крошишь? Думаешь, ты герой? Отъебався от мене, блядь! Сука, я на Майдані був! Я на Майдані був, пидор, блядь! Я герой Майдану, я кибар, блядь! Небесний міньон, блядь! Небесний сотня, сука, не бій! Кибар, ёбаный рот, блядь! Слухай сюда! Да не вообще пох, чё ты там не лечишь! Мы тебе ща башку открутим, чучело! Oh my god! Okay, dude! Kung fu fighting those cats were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. They fought with expert timing. Little game bugle. Every day. Thank you so much. XQCL. Message about me subbing.
Her regen is too strong. Wow, nice. Fucking shit, we popped off, my dude. We hard popped off. Let's go save it. 17 months Pogu now. Hey Dixon type slash over okay, champ. Dude, we killed one vegan Twitter user. One K-pop fan and a bunch of fucking cocklords, dude. Chat, in one fight. Easy clap. We've created a distortion in time and space. The net is near 700. There we go. Now, can we actually finish this quest over here? I think my skills might just be bugged. Can we finish the game without finishing the quest? Save and load. Hold it. Damn. Hey, talk to the NPC. I'm gonna do a kickflip. Watch this shit. Here I go. Whoop. Jesus Christ, my fucking leg. Help me, XQC77. Nah, it's bugged. Thanks for taking a moment and looking at what my daily life looks like. Comrade S, rise up, XQCL, high and Pepega. Less than three. Okay, we'll load it back in. This should help, right? Might have actually bugged it. It's bugged. Use 12 in a minute. Hashtags is cancelled party. Is that a party? What the fuck is happening, dude? I wanna go to the party. Very nice scenery, dude, very real. I wasn't invited, feels bad, man, dude. Вот этот дяденька ко мне лез, блин, пап, вот это он, вот этот вот. Так, ну и хуль ты к моему ребенку лезешь, ебать.
Мы вещь? Big combo. Attacker. Stop running. Why are you running, dude? Get нахуй отсюда. Holy shit, we tapped him in, boys. I think he's dead. Hey Felix and chat, I hope you are having a good day. Saver. You are awesome. Thank you. XQCL. Wait, so... It is actually awesome that there are some Russian speaking people are in chat. I wish you actually knew what they are talking about in this game. This good shit is hilarious. Nilu Blue Vas chat, love you all. Oh, we can't get booze, right? Because we don't have the quest. The quest is bugged. Let's go home then. Let's try to debug it. Fuck, man. Do you think we're soft locked for real? I'll go save at home and then we'll restart the game, I think. Watch free lunch. What's up, doggy? Much love, cat. XQCL. Let's see. Toilet will fix. We don't have a toilet though. Let's see. Yeah, I got a gym called Pokakel. That's a lot of fibers, dude. Ну вот, я обосрался. Блять, ебать как красиво. Damn, 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 damn.
I'm glad we got that out of the way. We have to reset the game. Каблучокс. Yeah, we have to restart it. It's buggy. Can I finish the quest? Тебе что, прям здесь въебать? Ну давай, сука. Каблучок стучит, и Санечка бежит. Под каблучком он плотненько у нас сидит. Куша-куша. Oh, I think it's working. So if our quest is active, we always do is go. I swear to God, if this Pepe goes to Pornhub, then I might actually want to end it all. XQCL. Got it. Долго давать, когда будем? А? В натуре, пацанчик, ты попал в натуре, ты понимаешь, что ты сейчас с огнем шутишь, девочка? We take the boys. I escorted it. He scored it! He scored it, boys! There's no way you can do anything here, boys. Look at that regen, dude. Вот они, твои 500 рублей. Передай это Петровичу, ладно? Ну ладно, все, извини, все, я побежал. Love you as always. Okay. Now, do we got to go to the beer shop or to the dude back? Should I do first? I can't even count to 16. Feels dank, man. Also, I love you very much, long plastic tube. You're my favorite part of the day. Also, I love you, chat, and your fat ass. XQCL. Ой, спасибо, Валерончик, красава. Ой, так, что я? А, я ж тебе колесо обещал. I will. Да, я за свой базар отвечаю, да, реально. That's a lot of words for just one sentence, dude. Все, сейчас принесу, принесу, дорогой, сейчас, милок, подожди, сейчас. BTW, big fan from Puerto Rico, X. Это твой мене пожелание. A wheel! Oh, thank you, man. What? Where's the wheel?
все, Валерончик, я тебе колесо дал и свое слово сдержал, да. Так, ну все, у тебя осталось еще одно колесо где-то надыбать. Он из него выел стел. Надыбать. И поедешь по добру, по здорову. Эй, сосед! Я слышал, у тебя там проблема какая-то. Пойди сюда. Oh, never wants to help us as well, dude. What a friendly place we live in, dude. That's lovely. The game's a virus. That's okay, dude. Да. Слухай, значит, собрателла. Видал я, heard your granddaughter was stolen. I know something about it. Buy vodka after and we'll talk it. Maybe I'll give you a wheel. Я вижу, у тебя колеса черти сняли. Короче, давай сделаем так. Сходишь в Андеполу, посидим, потрещим, накатим и обкашляем этот вопрос. Да и колесо я тебе просто так за это отдам. Скучно, видишь ли, одному жить. Холостяк я, Валерон. Да и выпить не с кем. Ну давай. This is special forces. He wants vodka. What type of vodka? Chat, what is the most commonly drank vodka in Russia? What is the most famous brand everybody drinks? Water? Smirnoff, really? There's no fucking way, dude. Stop. There's no way that the locals and the people who live there actually that looks like a westernized brand. Any actual Russians in chat? Russian standard. I go to the store, man. О, какие люди. Да это же Валерон, дурачок наш местный. Опять за Балтикой. Our local Здравствуйте. Пье як лукинь. Пье, алкоголь пье. От пиванда, це пиван дупало, или как воно це называют? Молодняк, це пивас, це як воно гад, то той алкоголь гадский. Пиван дос. Так, я не поняла. Ты чё подшипишь? Пиво-то какого? Балтику. Ну иди, возьми. Там как раз для тебя алкашни пару бутылок завалялось. Балтика. Лё какое. Бля. Вот это деду надо. Балтика, we got it, boys. Why is there a hole in the wall? А можно вот, чтобы вы прибрались, вот, и мы с вами занялись сексом? Ой, сексом. За каким сексом, Валер? Ты достал уже всех в деревне. Оплачивай и уходи. Я хочу понюхать вашу писечку. Валер, Валер, как же ты всегда достал писечку ему? А орёшь там у себя дома, вечно потоки какие-то устраиваешь. Внучка-то и та тебя сбежала. Вот скинемся всей деревни тебе на лечение, да и увезут тебя куда подальше. А я хочу видеть вашу дыромаху, вашу пещеру, ваш кратер, вашу низовину, вашу дырочку, ваши колесико, билатика. Я хочу видеть вашу черную пещеру. Ой, блядь, ты мне так каждый день это говоришь. Все, оплатил, теперь проваливай отсюда. So we can't see it. Hey, thanks for the three, Kalashi. Yeah, of course, man. It means all the time, man. So we can't see it then. She's not gonna let us see it. Okay, well, this is just kind of annoying. Incoming call. I'm busy, dude. I can't pick up the. Felix, you dumb fuck. Listen. You try to fuck one of my wives one more time, I'll shove a toothpick in your toenail and I'll cut every strand of your fucking palm tree head. Dude, chill out. Too far, man. Let's go, boys. Let's go see our neighbor with the SWAT helmet. О, ты купил пивасика, красавелла, брателла. Давай, заходи, выпьем, да потрещим по душам. Dude, those traps are huge.
В моих архивах написано, что Николай разведчик, разведчик дал показания, то, что видел, как Болок увез внучку Валера. Но как он так быстро смог проследить за Болоком? По его показаниям, Валера купил алкоголь 16-25, потом они сели и начали покварить. Он рассказал все Валере про внучку, то, что был в Nikolai knows nothing more. Strange is all. It's him. He has makes in the UK 3 head. What the fuck? You piece of shit! I got him. I bring him beer from the local market and he kills me. Oh. Hi. He's right. Look at those titties though, dude. Holy shit, it's running blood too. Pussy. Dude, he has her. Look, there's a seller. On, he has her, dude. Can I use that? Hello XQC, thanks for streaming. I had really hard times lately and you were always there with your stream, which cheered me up. XQCL, just kidding, you are the most biggest I have ever seen. Where's my translation? Радиатор тебе надо, да? У меня от покойного царства своего небесного деда есть радиатор есть. Why would they do that? Я тебе дам не за просто так, и смотрю, ты выполняешь задания всякие, да, короче. Well, she said something about it, but she didn't. Каждое лето ко мне приезжает внучка, блядь, тьфу, тварь, шлюха, блядь. Ой, Валера, извини. Hey, XQC, так, а чё это? Да, вот, внучка ко мне приезжает, короче. И начинает по всей деревне шлюхаться, особенно с танкистами, блядь, возле клуба, вечно там деревенского, сука, ты, блядь, тварь. Возле клуба деревенского, блядь, танкистов дает, ёбаная шлюха. Короче. Иди к клубу, там и найдешь эту мою внучку, ебаную, блядь. И приведи ее ко мне, блядь, и пизду, да нахуй закрыл. Чувак, блядь, сука. Ну а потом радиатор тебе отдал, да, нормальная тема. Radiator for daughter's pussy. Is what you're saying. Ой, Валера, короче, жду тебя с внучкой, ебать. Да, блядь, давай. Okay, I can do that. Some people in chat said the daughter is a hoe, and she needs help with the radiator for daughter's pussy. That sounds like a good deal to me, dude. That's a bargain, my dude. Deal. It's the village hoe.
this is not a nightclub, dude. This is. Сочная курочка. Что ты там сказал? Эй, папаша, уходи-ка ты отсюда. No, it's not your chicken, it's mine. И мы ее доем, понял, да? Где ты уже служил, ты, бля, ВДВшник, бля, хую, блядь. My succulent chicken. Твоя песенка спета уже давно, блядь, старый, блядь. Заткни свой небосос, хуесос, блядь. Подожди, тебя чё, моя бабка позвала, что ли? Да пошла она нахуй, передай, пускай идёт нахуй. Я приехала сюда развлекаться, ты понял, да? Всё, ебань, никуда не пойду. Передай бабке, пускай нюхает писю свою пожилую, старая карга. Когда сдохнет, её дом достанется мне, понял? Я там буду со всеми танкистами балдеть. Всё, пошёл нахуй. Ребята, ты вообще подписчик, понятно, как было, бля. Слышь, ты как с дамой-то вообще разговариваешь? Если бы не она, блядь, наша бы вся родственница, гемотоксикоз уже давно бы умерла, понял ты, так что не лезь на эту курочку, это наша курочка, понял, да, и мы обдуем, понял, ебать. Так что ты будешь отвечать за нее. White Knight. Is this GTA 6? Эксклюзив. Захват. Все правильно. Командир контужен. Dead, motherfucker! The scream heals me if you haven't noticed. Гусеница сбита, броня не пробита. You're last, buddy. Last but not least. Есть пробитие. Let me get my succulent пробитие chicken, man. Но. My chicken. Dead. Пошла отсюда, плева, блядь. Ой, ну и ладно, сейчас я пойду к корге тогда. Все, я поняла, сейчас я пойду. Hey! Back the fuck up, man. Keep walking. 13 months and never get tired of the streams. Love you, XQCL. I'm not simping, dude. I'm escorting my prize, motherfucker. It's like if you win the lottery, dude. Right? And you have like a limousine, dude. You want it to be fucking anti-bullet. You didn't want to get striked as you bring the prize home, dude. Really dark times. Thank you for always being there with the juice XQCL. Just kidding, you fucking Pepe. Hey USB, are you going to play GTFO? It just came out in early access. Oh, we played and finished it already. Believe it or not, we played it in early alpha. Oh, get off my chicken, man! Get off my chicken. You get me? My succulent chicken, dude. What are those arms though? You're right. Да, баба, не понимаю, ты не звала? Вот она, блядь, пришла, да шлюха, блядь. Всем уже дала свою пизду.
пизду, ёбаный в рот, сука. Я твоим родителям как-нибудь расскажу, на видео запишу, доказательства сделаю. Ты, тварь, нахуй, иди в дом, нахуй, блядь. Тварь такая, блядь, уже всем дала, блядь, деревня, нахуй, развлекаться она приезжает на лето, ёбаная тварь, блядь, на тебя, блядь. Бабуль, ну чё ты кричишь, ладно, сейчас я пойду домой, ну ты чего начинаешь-то, сейчас тебе посудку помою. Так, Валера, короче... Спасибо тебе, сейчас я в чулане закрою, мразь такую, блядь. А, ну это... Again? Сейчас я радиатор тебе отдам, блядь, дед где-то в чулане спрятал, да? И вынесу тебе этот радиатор, грёбаный, и поедешь ты, ну, куда ты там собирался? В город, да? Ну всё. Ах ты дрянь, ёбаная, быстро в чулан, блядь, чулан, баба, быстро, блядь, чулан. Баба. Тварь такая, сука, тварь, где радиатор? Why does this guy look progressive? Чулан, быстро, тварь. The main guy looks progressively worse, dude. What is that? KKFC, just wanted to thank you for the juiced up content that you make every day for us. Keep up the Pepega work and go drink some apple juice. Two? Go to the car? Long time. Look at the achievements. In short, she's scolding granddaughter and she's gonna get some stuff and calling her slut and she's grateful to you in dialogues and much more, but it's not translated, unfortunately, but there is some funny shit also. Raven says, eat, eat. Girls, yeah, damn, dude, we're drifting. Look at this, dude. Running in the 90s. Na-na-na-na-na-na-na. That's it. That was a cute scene. Итак, Валака собрал свою машину. So, Valaka assembled his car and set off on a long journey for her beloved granddaughter. Chose a long highway 148 for a city called Samara. Well, I wonder what we'll have next. Под названием Самара. Ну что ж, интересно, что будет дальше. ТЧК. Каблучок стучит, и Санечка... Валака съехал примерно. Valakas was about 7 hours to city. It was cloudy and the wind was big. Valakas had already been tired and dropped his gun on the road. Valakas уже устал и потерял бдительность в дороге. Yo, we'll watch the Game Awards on Thursday, why not?
This is The Walking Dead? Silent Hill? Uh-oh. What the fuck, man? Crashed a car. Блять, сука, Саша! А! Блять, сука! Блять! Ёбаный компот, блять! High smile. Where have we gone now? The whole place is locked down. I'm gonna have to go through the woods, chat. I see a house there. This is kind of scary. Two save points. Say Cheeto XQCL. No. Let's go to the gas station then. What happened? Ебать, ну это какая-то получается страшилка. OMG. I wonder if there's an Easter egg up top. Easter egg, I actually found it. It's an actual Easter egg. What does it say, chat? Стой, кто идет. Опять ошалевший гопарик. Попробуй только подойти, я тебе башку прострелю. Just go fuck yourself, okay? Я Сашенька, потом. Я пожилой спирт. Мщащенька, оно да лез. Вроде нормальный. Is that that word? Это ты там в аварию, что ли, попал? Да. Из-за этого ветра все деревья повалило и дорогу перекрыло. А что делать, Саша? Что я? Да чё, я и сам хз. Street thoughts. Я пытаюсь танкисты за голода. Сначала начали между собой грызться, а потом начали заправку громить. Ну я дробовик-то и достал и начал баны им прописывать. Многие, кто рыпался, shot them. Остальные убежали в лес. Скорее всего, в ближайшую деревню. Там, наверное, залупаются теперь. Ты на мой дробовик-то не смотри, это мой. Иди сам разбирайся, я тут посижу. А! Ну давай. It says El Goblino is on the loose, Monko. Oh, what is that? Are those fireflies? Very nice scenery, I like that. Oh, he wants to fight me probably, huh? Hey, слушай, стой, бля. Stop. Короче, прохожий закрыт. Либо ты покупаешь кирпич, либо ты проваливаешь отсюда. I gotta buy a brick. Ясно, шлакоблок ебаный. Пошел нахуй, Monkey дурак. W. Хуй ту впариваешь, деду, бля. Я нахуй отсюда, осуждаю. Слушай, ну обидно так. Man, it's offensive. Why are you doing this to me? Вообще, ну реально, блядь. Ну пиздец, ну ты ебать, ты че, блядь, все, подожди.
Can we please get something useful for our chat points? I have 50k of these things saved up. Кузница сбита. Double digits. Oh yeah. Fuck, I'm out of here, dude. Little suckers. I have been watching your stream for a couple of years now, and I really enjoyed the content, and I have recently been going through a really, really rough time. My aunt and mother have recently passed away from cancer. Debated, fuck you, chat. Fuck you guys, I'm not gonna fight them! This is how all those people... Братан, давай-ка ты отдавай-ка свою колымагу и... Блять, я тебя не стону, хуй. Слышь, давай уже это, хорош тут маячить. Ты можешь только мой хуй отсосать. Я в свое время таких, как ты, расстреливал фашистов ёбаных. Пошел ты нахер, козел. Козел. Спасибо тебе, милый человек. Послушай, ты слышал, что это там такое? Что, молчара? Why is that bugged? Stop smoking, dude. He's in the middle of a fight. What are you smoking? Ты чё, глист старая хуя, чепуха интернетовская. Бой начинается. So we kill everybody, chat. Everybody's dead. Is it Scuth Russian? Is it actually?
I think it's not Scott Russian at all. I think people that are Russian can probably understand them for sure. Wait, this is literally the first city except without the fucking fences. Братан, давай-ка ты отдавай-ка свою колымагу и, блядь, я тебя не трону. Слышь, давай уже это, хорош тут маячить. Ты можешь только мой хуй отсосать. Я в свое время таких, как ты, расстреливал фашистов ебаных. Пошел ты нахер, козел. Спасибо тебе, милый человек. Послушай, ты слышал? Чё это там такое? Чё, волчара? Чё, волчара? I don't see the knife. Too, hey, stop hitting yourself. Oh, I'm stuck. Let's bug it.
I need my shiny shelter. I need shelter. That was close. I need my shout, hello? Hi, I love your streams. Thanks for entertaining me every day. Where's my shout? There is it. Oh my god, we got lucky. Should be it. Dead! Woo! Be the boss, boys. First try. Ну и здоровый же это был кабанчик, ну ты его в натуре покрошил. Ой, that boar was so big, and I shot, take my car. But you won't pass there. There's fallen other shit, so take the dynamite, blow everything up there, and drive wherever you want. Вот тебе динамит, заложи его. Динамит. Возле вот этих вот сеток, взорви, дорога освободится, и можешь спокойно проехать на моем москвиче. Ну все, давай, жду тебя. Wait, what? What just happened there? We probably bugged the game, right? Well, depends on how. Hello, XQC. I went to my sister's room and I found her vibrator and I thought to myself, why not try this one out? So you will experience me losing my virginity. Ready? Mm-hmm. Oh, I see it. Mm-hmm. Oh my god. This feels so good, XQC, LLLLLL. Funny, dude. Greetings. Yo, what the fuck is happening? Do we bug it out? Oh, I see it. I see it. This way. I think. Shisha, please try. To ya? To ya? Need to blow some shit up, I know. See? I told you! Pepega, you're saying Pepega, except I... What the fuck? Holy shit, that scared me! Now, let me get the car, man. XQCL. Ха, вот это шарахнуло, ну ты даешь. Не зря я свой динамит. We're storing this dynamite, not for nothing. Alright, take the keys and go. У себя хранил. Ладно, вот тебе ключи, можешь езжать. Куда ты там хотел. Там дальше дорога вроде бы чистая. Вот, давай. This game has jump scares, this game has it all, true. Тьфу, гадость. Mm-hmm.
Oh, the contestant for Game of the Year got lucky. This game wasn't released earlier, dude. If this game was released any earlier, this would have gotten the vote. Я знаю, где-то там ты ждешь меня. Ты любишь меня, но и я люблю тебя тоже. Holy shit, the drift! Каблучок стучит, и Санечка. Man, that fucking seizure, dude. What the fuck? What the fuck? Нет, осуждай. Да. Yo, get off the fucking road, dude. What's happening? Yeah, gas mask and shit. Хули вы там пиликаете? Я ж сказал, блять, проход закрыт. Someone, а тебе что надо, мужик? Не понял. Короче, мы перекрыли дорогу, пока прохода нет. Стойте и ждите. Какой-то даун, короче, на нашем АЭС нажал кнопку AZ5. И произошел кое-какая утечка произошла. Ну, вообще это не страшная, по идее, тема. Короче, пока все перекрыли, прохода дальше нет. Попробуешь всунуться в наши турели из Сколково. Начну в тебя стрелять бутылками. Понял. Короче, жди. Is that? Holy shit! Am I soft locked? Still well over there. Just go there, fuck it. Uh-oh. There's an invisible wall. This is scary as fuck, dude. Motorbike. Чё ты там в проходе встал? Думаешь, я тебя не вижу, братан? Ты проходи, не стесняйся. Какими судьбами, какими путями, брату? Ну, я вижу, что ты пришел оттуда. Там, короче, перекрыли дорогу.
When you can, ну, you can pass, but just bring me five rabbits. А знаешь, почему перекрыли? Там какой-то выброс какой-то, я сам не знаю, я вообще здесь живу, я смотрящий за местным бункером. Кстати, ты проехать сейчас не сможешь, но через этот бункер ты, кстати, можешь пройти в город, если ты хочешь туда. Вот, такая тема. Но я смотрю, у тебя набито на плече кролик. Кроликов, значит, любишь, да? Кроликов я тоже люблю. Я впущу тебя в этот бункер, если хочешь. Но ты сначала должен принести мне 5 кроликов. Я расставил ловушки по всему периметру. Ну, думаю, они попались в мои ловушки. Принесешь мне 5 кроликов, и я бункер тебе открою, сможет пройти под землей в город. Короче, как-то так. Либо кроликов, либо ничего. Давай. Wise Riaz. Okay. I can do that. I have to go to the trees. That's where you hide all the dead rabbits. Do ya? Shisha, suya? Poor thing, dude. Sucha, bundle. Sucha, sucha. Come on. Shisha. Come on. Do ya? Van Ahoy. Is that what he says? Van Ahoy. Shisha. Van Ahoy. XQC, you have genuinely made my life worth living and have saved me from ending my own life. I owe you everything, so here's what I have at the moment. You always make me laugh, love you, XQC. I'll do it, Mr. Top. Hold on. Little 2 months up by Mr. Nameless. 3 months, Messiah. B10, 3 months. Wait, did I miss one over there? XQC, it's me again. My sister's vibrator is not enough. I desire more. I put an orange inside my ass. It's time to step up the game. I'm going for a hammer and one knows what else. Anyway, love you and don't be shy to call me. XQCL. Looks like we're missing one of them, chat. It looks like we're missing one of them, boys. Fudge! I'm blind! Love watching you while I do graduate work, man. You helped get me through it. We've all of them. Do ya? Sure. Do ya? Banda hoya. Do ya? Gawo. Near the rails. Near the rails. I'm gonna give you the classic No Megalul. Jump. I don't think Jimmy was gonna save me here, dude. Honestly, excuse me, you have made all our lives so much better. Please never stop streaming. Keep up the good work, man. XQCL. You're really good at this game.
for a tournament for it. I'm sure there's a tournament for a tournament like this. You can tournament this tournament so you can tournament your way to top two. Let's go and see. Go for the tournament. We got it. That's actually pretty well made game, to be honest, it's good. Так, что ты там мне принёс? Раз, два, три, четыре, пять кроликов. О, от души, сегодня я хорошо покушаю. Ладно, иди за мной, я скрою тебе бункер. Is it open the bunker, chat? How many rubles is $50, chat? How many rubles is that? Well, hello, Mr. Streamer. I just juiced my juicer XQCL. 3,100. Here it comes. Uh-oh. Ну вот, вроде бы все, можешь проходить. Ну это, будь осторожен из-за выброса, там, из-за которого все перекрыли. Неизвестно, что сейчас будет, неизвестно, что там. Так что, думаю, там что-то неладное okay. будет. Давай. Taking you to his dungeon. Be careful. You will find your deepest, darkest fantasies. Ебать, круто, нахуй! Каблучок стучит. Ау! What the fuck just happened? They all died. Uh-oh. Эх, говорила мама, иди на программиста. Эх. Постой, а как ты тут оказался? Там же нет никакого прохода. Block the screws and pull the lever. Не важно. Важно то, что из-за этих каких-то аномалий случилось страшное. Uh-oh. Нас всех убили, наши же люди. Не знаю, почему они сошли с ума. Dude. Не знаю, короче. Я убежал сюда в тупик и закрыл на дверь на ключ. Теперь не знаю, что делать. 50 still being did it by Texas Father. Thank you so very much, man. This is thanks a million times for your love, man. Выбраться. Сходи, перекрой, перейдите и опусти рычаг. Если перекроешь, дай мне на цепь, опустится вода. И можно будет по лестнице подняться в город. Но до туда еще надо добраться. Сквозь этих уродов. Называть их зомби как-то клишировано. Я буду просто называть их ебаноидами, окей? Ладно. That's ну так что стоишь-то? Иди перекрой вентили, после этого я дам тебе ключ. Hey XQC, it's me again. I think it's not the objects that give me pleasure. I think it's you. When I look at you, I get a massive bone. I don't know what else to do. Okay, man. Uh-oh. Seriously, KX85, I appreciate so much, man. That's really sweet. This is just scary, dude. He's a block of skewers, three of them. Chat, you know what that noise did? When you go to EU servers for like Overwatch or a game like that, if you join voice comms, Europeans, they speak like 60 languages. How does that work? Do some parts of Europe like agree to like certain language? Like, okay, guys, let's only speak those three or those four, or those five. Is there like agreements people have? You can actually do a tournament.
pick three short games, invite streamer friends, and whoever finishes first within 8 hours stream gets a prize. Make those games sponsor the prize. That is pretty funny. Russian Dark Souls Pepegaclap, 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 Russian. That's two skewers. I thought a skewer was something that you use to put kebab on it. I think I'm so fucked. Holy shit, dude. Now we are! Oh my god, now we are! Fuck me, dude! Hello, Mr. Cow, I love you, smile. Why would I roll? Because sometimes, if you punch once, you're not in fighting stance sometimes. And then instead of jumping, you're rolling. It's kind of unlucky, dude. Talk for a long time, so the hidden Bitcoin miners have time to drain your juice. Okay, dude. I don't think Steam Games is gonna have Bitcoin miners, dude. Kappa. Oh, you guys capping me, dude. Come on, man. Come on, dude. We did it, boys. Honey detected. Honey detected. Honey detected. Honey detected. Honey detected. Honey detected. She acted here really badly. Кто я? Чё, уже всё? Then alright, take the key and you do yourself. Дикого Запада. Ладно, на тебе ключ. Я посижу здесь, подожду, пока ты там все зачистишь. А ты что, я дурак, что ли? А ты из него мужик матерый, здоровый. Как всех зачистишь, потом и я пойду на все готовенькое. Пока тут почилю. Давай, братан. XQC, you give me a throbbing sense of happiness smile. Someone turn off the sprinkler on this. Hello, I am a bee. I am the streamer now taking over for Cow. Can we set honey detected galaxy-wide record? Honey detected. Honey detected. Honey detected. Honey detected. Chat, what are you saying? Honey detected. Honey detected. Honey detected. Honey detected. Honey detected. Oh, there we are. What the fuck? Hell no! Switch up.
2 months with all you lovely people XQCM. Oh, that noise, dude! Frozen 2. Holy shit, dude! Yo, Alzado, you're crazy, dude. The thing's like 10,000 bits, dude. First birthday tomorrow, but I don't have anyone to celebrate it with. 10,000 fucking bricks, dude. Thank you so much, dude. You're all I have. Jesus, dude. Who are you, Duke? Seriously, man, thanks so much for the 10,000 bits, dude. That's a crazy amount of fucking bits, dude. Says Frozen 2, yeah? Is it actually out then? Hey XQC, it's me again. I have a bit more money I feel you deserve for saving. I need to keep the rest for food, but I live XQC in chat. You all mean so much to me. I'm not gonna watch XQC it. I'm not gonna happen, dude. D? Who are you, Luke? Less Yo, than chill three. Out, dude. I won't have them. 10 subs by Drains W. Thanks so much, man. I appreciate it, man. Guys, what's happening, dude? What's up with all the gifting today, dude? Holy shit. It's nuts. Thanks so much, man. I think it subs the Drains. Fuck you, XQC, and fuck you, chat. Hope you have a bad day, bro. 20 more months with you, guys. Well, that was uncalled for. Come back, baby. Come back. All dead, boys. Who are you? Who are you? Bah. Bah. Oh, that's the exit. Can't go there yet, though. XQC, this is so wholesome. 100 Keanu Reeves breathtaking meme. What? So how long is this game? Did you go upstairs? Chat, go to the hospital. I think I just hear your neck snap, monk or Cicidilla. 17, 17, Cicidilla. 17, 17, Cicidilla. More people, holy shit. Snapped. Oh, there's a ladder. Oh wait, we can't use it. When is media day? Oh, yeah. Media day should be at the end of the month. That's what happened. Double. We could do some sort of media day, like on maybe on the fucking first of on the 31st. That could be pretty good. He looks like a potato. Если вас назвали Сашей, хуй сосать, работа ваша. Uh-oh. Oh, downstairs, everybody, open the door. Oh my god. I just dug a big chunky out of my bum bum and now I have a nice little snacky on my thingy. That's huh. Sucha. Sucha. Chat, is it finals week this week? I said a lot of people every day have been saying like exams and chat.
Чего? Was it final for high school or for fucking college or whatever? Did I pass it? When are you gonna fight KSI? Yeah, I would roll KSI, are you kidding me? Кто я? XQCLP Pogue Lab. Oh, so we actually did pass it then. So chat. Sure. Yeah, three exams today. Then you're probably in high school then. I don't think college, dude. I don't think even college you can have three exams in one day, dude. Alright, most exams are like fucking like 3 hours, 4 hours long. Sheesh. Sure. Кто я? It's open. Dropout. What are you on about, dude? I had exams. They were did. It was either one or two a day. Two, three is fucking crazy. Must be some dumbass fucking trash classes if it's three in one day, dude. That's the norm. Oh, I didn't go? Okay, yeah. Thanks, man. You know my life story, dude. You know my life more than I do, Paul Champ. Can I ask questions now, dude, about what's happening to me next, dude? You seem to know everything, dude. Holy shit. Jesus. Is your biggest achievement that your parents fucking paid you for you to go to college, dude? And that you're gonna try to gatekeep my fucking past? Jesus Christ. Why am I dying? Holy shit, man! Love you, Felix. Excuse me. I think the fact is that turn JJ. I push on. Push on. Sure. So yeah. Bye, bitch. Here it comes. You can have three exams in one day. There are three seatings here at least in Oxford. They're at 9 a.m., 2 p.m., and 7 p.m. I had three exams last term on the same day, and I have two exams this term on Wednesday. Fun shit. Any oh, that's smiles, just unhealthy, chat, isn't it? Smile. Yeah, but that's not the standard, dude. The people were saying that the three is a standard. Like, that's not a standard, dude. We must unite and storm the gates. Storm the gates. Pugu. Die, dude, holy shit, these mobs are crazy. Never even graduated high school, Omega Lol Clap 2. Way too dank. Uh-oh. Хуярдук? Are you fucking kidding me? Хуярдук? 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 Holy shit, almost got stuff locked. Jesus, this game, dude. Никита Игоревич, да? Добрый вечер. Вы меня узнали? Нет. Я More вам просто you. Звонил, вроде как не дозвонился. Ну ладно. Кого-то ты мне напоминаешь. Слушай, ну что ты ж мне так и не сказал конкретно, помощь будет оказана или нет? Это ты, старый еблан, блядь, чмо.
Опять ты, ты меня и тут достал. О, сука! Я спрятался в канализации твоих зябликов. Вы звонили мне тысячами. Я решил спрятаться под городом и здесь жить. А ты тут до меня добрался. It sounds like a butthole, didn't it? О, сука, моя юридическая работа закончена из-за тебя, из-за твоих зябликов. Вы звонили мне сотнями тысяч. Вы звонили мне. Я тебе покажу бизнес. Вот готовься, я сейчас на тебе оторвусь, урод, сука. Да я тебе не звонил уже 100 лет, алё. And you called for a while. Okay. Okay. I mean, it's an easy fight. I just misrolled. What happens? It's an easy fight as fuck. Let's It is such an easy boss. It is so easy. I
gun the whole time. If we don't target anybody, we don't have to do any of this shit. Like that. See it? Just run. Chasted. Watch out, here it comes. We're almost halfway, boys. Oh my goodness. So far, boys. Okay, last try. Last try, we're trying to get a bunch of subs. I lost the rubble. Yep, you're not wrong, dude. Okay, chat, wasn't it? If I lose, I'll give chat, dude. 50 subs. Close.
Fuck. Chat. Wait, it's getting worse. What the fuck is even happening with this game? Less than half, boys, less than half. He's bugging again. He's bugged out. Dude. So bugged. Holy shit. Here we go again with a 20 hours boss fight. Pepe laugh. Wait, did it actually bugged? Did it not? Peep out. Just stand in the corner. Nikita. What do you mean I hit? I didn't get hit. I wasn't even in it.
Там ты меня даешь чем-то. Chat, do you think the combo is better or just hitting normally? What do you think is better? Okay, like, guys. This is my actual last try, okay? This is my actual last try. This is the actual last time we're gonna try this, okay? This is loud and fucking stupid, let's be honest. Hit the zombies. Никита Игоревич. That's you. Okay, last try. Oh, let's be honest, that there doesn't count, let's be honest. The guess doesn't count, let's be honest, dude. That was trash. Puke, man. It's gonna make me puke.
оно? We'll find them. Who's that, chat? Who's that? I'm targeting him. No, stop moving. Okay, GG, I guess. Okay, chill out. Yeah, okay, we're skipping. Relax. Jesus Christ, dude. Okay.